В России идет экономическая перепись малого бизнеса. Мероприятие проводится Росстатом один раз в 5 лет. Участие в нем является обязательным. За уклонение предусмотрены штрафные санкции. Для должностного лица штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического – от 20 до 70 тысяч. Экономическая перепись малого бизнеса продлится до 1 мая 2021 года.